Всем привет! Видео выполняется специально для Instagram в режиме Николаевск новости. И все разрастающийся проект телевидения Николаевск на Амуре. Идет строительство объекта, сентябрь, сегодня 19-й, день выборов, 2021 год, строительство объекта через речку Нижняя Патха. Документации объект называется «Мост через Патха-2». Не через Патха-2, а «Мост Патха-2». Документация называется объект так. Действительно историческое видео для Николаевска, потому что, ну, когда еще вот такое можно будет еще увидеть, да? Только не ранее, чем через 10 лет. Ну, это так, срок примерный. Насколько будет рассчитан срок эксплуатации вот данного объекта. Видите, все выполняется четко. Банка затапливается, сруб. Вот отсыпка уже произведена. Крайние опоры. Подготовлены еще опоры. Материал весь, значит, при рассмотрении, в общем-то, листвяк. Не в общем-то, а листвяк есть. Разговаривал с рабочими. Разговаривал здесь, значит, мастер был несколько дней назад. Вот, разговаривал с непосредственно, значит, работниками администрации, кто о чем в курсе. Ну, сам посмотрел, значит, государственные закупки. Объект, тендер выигран, значит, строительной организации, которая отдала объект через субподряд, значит, работать в другую организацию. Сейчас работы выполняет, как меня, значит, сказали, общество с ограниченной ответственностью «Авангард». А согласно госзакупок, так, если не ошибаюсь, это «Меридиан» должен выполнять. Ну, это данные, я точно помню, что «Меридиан» с административного паблика «Николаевск на Амуре», НКЛ 27, «Адм», нижнее подчеркивание, НКЛ 27 или Никол 27. Ну вот, сам факт, что вот исторические кадры. Вот. Скоро здесь вот, не более там, я думаю, чем через месяц. Ну, не то, что я думаю, опять же, как мне было сказано, исполнителями работ. Не более одного месяца такой объект возводится. 16 миллионов, ну и определенная гарантия, в общем-то. Все, наконец-то у нас заработает мост, перестанем ездить в объезд. И сегодня, видите, у нас прилив, высокая вода. 19 сентября, выборы. И вот такой еще вид шикарный, да? Вообще здорово прям. Работы идут, все выполняется четко. В общем-то, ну, данное видео можно считать предметом народного, вернее, результатом, да, как бы промежуточным народного общественного контроля. Что, в общем-то, да, проведены беседы, информация получена, изучены там некоторые документы, работы проводятся вот четко. Есть просто такие вот люди, которые воспринимаются, о, все в черном цвете, это люди тучи, все плохо, делают больницу плохо, делают мост плохо, он развалится, там то-то-то-то-то, ничего им хорошего нету. Но я вам говорю, ну, мост будет. Будет эксплуатироваться. Смотрите, как четко все проводится. Люди компетентные, уверили меня. Сейчас еще фотографии пошлю тоже еще экспертам. Те, которые вообще, ну, понимают в этом. Вот они мне еще отпишутся. Замечательный день. Если каждый, ну не каждый, допустим, человек 10 хотя бы из нижнеамурских операторов с видео будут контролировать объекты строительные. Вот так вот хотя бы понемножечку проехал где-то в своем районе, что-то у тебя возводится, какое-то серьезное инженерное сооружение. Взял камеру, записал, посмотрел, откомментировал. Ну, обязательно поговорить с людьми, не просто так. Какую-то информацию получил, есть возможность, поработал с документами, на закупки зашел, на государственные, посмотрел, что, как. И потом материальчик зафиксировал, выложил на видео. В любой момент можно будет эти вещи проконтролировать.
Знаю, еще практиковалась, должна вестись съемка, то есть, чтобы удаленно можно было посмотреть на объект. Ну, здесь как бы, не знаю, стоят камеры, не стоят. В общем-то, можно установить, но это дополнительные, в общем-то, затраты, хотя не такие уж и высокие. Ну вот, мост, Патха-2 в работе, прилив, высокая вода, день выборов, 19 сентября 2021. Подписывайтесь, лайкайте, буду рад, пишите комментарии, пообщаемся.